Здорово, пацаны. Здорово. Вон тут у нас Коленька, Леха с лопаточками. Сейчас будут трудиться. А суть вообще у нас такая, это все затеи. Ситуация в стране такая тревожная. И как бы начались разговоры о всяких тактических ядерных ударах и прочей всякой канители. И мы, дабы не оказаться лохами, как бы решили себе сделать бомбоубежище. Так как получается, что все бомбоубежища уже давно определены тут в городе под склады, кабаки, сауны всякие. И в итоге, короче, получается, что если начнется какой-то обстрел там американдосами и прочим, так простому человеку спрятаться некуда. И вот мы решили тут замутить себе как бы бункер, чтобы, если что, собраться тусовкой и отсидеться, короче. Вот уже приобрели банку с вишневым компотом, да, уже варенье тут заготовили, пацаны сказали, мешок картошки привезут и всяких там медов, яблок. Ну, хотим показать сейчас вам помещение, которое мы себе тут отхватили. Ну, помещение у нас такого плана. Тут, правда, у нас всякие еще приблуды, вон тут есть электролобзики, перфораторы, какие-то клавиатуры там. Возможно, мы здесь подрубим себе какой-нибудь Wi-Fi. Как бы вот тут проемчики мы уже заделали, как бы подготовительные работы провелись тут. Вот сейчас будем копать пол, а потом делать, ну, нормальный пол или стяжку там. А также у нас на всякий случай библиотека очень обширная. Так, с каличом, да, по-моему, там? Да, вот. Какая-то книга есть интересная. Вот Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская «Сквозь ледяную мглу пробирается» какую-то. Так что еще пока... Еще, по-моему, кассеты я какие-то вижу здесь. Да, кассеты. Вот у нас тут все, что было чин-чинарем, потому что коньки есть, да, чтобы ходить, когда будет лед, кататься на коньках во всяких АЗК. Вот всякие тут бутылки у нас интересные, блин, как-то так. В общем, на досуге нам тут будет чем заняться. И даже Дед Мороз есть. Да. Вот, это есть Дед Мороз на Новый год. Вот Новый год будет у нас с Дед Морозом. Дед Мороз такой олдовый, старый, здоровый. Да, и советский еще. Ну, конечно, какой еще. Как-то так. Ну, в общем, сейчас мы уже начнем приступать к копке. Лопаты готовы. Да, хотелось бы, парни, чтобы вы представились. Нет. Вас уже как бы знают. Николай Клёнышев. Да, Николай Клёнышев. Алексей. Алексей. Деревня, село Маховое. Вот всегда парни... рады, блин, трудовые резервы всегда готовы. Вот, сейчас начнется вся тут эта канитель. Ребята, в подвале очень много блох, поэтому мы используем Раптор. Вот, а пару... смотрю, я уже засчитался. Пару дней назад мы стяганули тут блошек Раптором. Сразу они куда-то смотали. Давай, вынуть. Вот, кстати, очень прикольный фонарь. Заказывал из, по-моему, Китая, шоу 1,5 месяца. Он работает как повербанк еще, короче. Тут всяких много. Радио только нету в нем. Радио. Также у нас здесь есть маленький рояль «Октава». Рояль. Ну да, поднимается тут клавиши. Ну, правда, его чинить надо, но так прикольная вещица. От керосиночки горелка у нас есть. Саму керосинку надо будет приобрести. На всякий случай, блин. Ну вот, пацаны.
прошел еще один час нашей борьбы с землей в подвале. Мы углубляемся еще дальше. Скоро, наверное, до московского метро докопаемся. Пришло время приступить к пище, принятию пищи. Хочет Алексей перекусить, а то, говорит, ослабел маленько. Ну да. Не то, что ослабел, надо. Ну вот примерно уже так вот мы выкопали. Ой, блин, наш штык, короче, уже углубились. Остался нам тут небольшой пятачок, тут в 1.5 метра. И будет тут вообще у нас гуд. Высота, я уже вон как бы рукой до потолка. Вот. Оп, оп. Где-то да. Больше 2 уже с чем-то. 2.10, 2.15, где-то так. Коля вон там шурует. Коля, передай привет. Приветик. Приветик. Тимару, привет. Да, да, ребят, знаете, что можете передать там каким-нибудь девушкам. Обращение девушкам, Николай. Что ты хочешь? Не хочешь ничего им сказать? Ну, скажу я за тебя. Парень работящий, супруги нет. Деньги есть, жениться будет сразу. Одним. Да, как-то так. Уже давно пора хозяйку Коле в доме завести, а по одному с комбайном не совладать. То все время на комбайне, а свинки не кормлены. Как-то так, обратите внимание. Ну, типа того, работа движется. Как бы люди радуются. Да, не забываем подписываться на наш телеграм. Мы завели наконец-то сеть телеграм. У нас есть телеграм. Ссылка будет там в описании. И мы будем сообщать всякие новости, как мы строим бункер против тактического ядерного удара. Ну вот, пацаны, трудовой день наш сегодня окончен. Выкопали мы как следует. Вообще вещь. Хожу вообще тут, не нагибаясь. Очень хорошо себя чувствую. Вообще нормально. Ой, чуть в яму не упал какой-то. Вау, вообще ураганище. Помещение вообще нормальное такое. Во, лайк. Братва, он сейчас отдыхает, будет ужинать. Ну как, пацаны, вам рабочий день? Нормально. Вообще нормально, да? Отлично. Привыкли. Все, хорошо поработали. Хорошо, надо выпить и закусить. Все как у людей, как говорится. Все как у людей. Да, все как у людей. И Дед Мороз с нами вот стоит. В зеленых боксерских перчатках. Все как у людей, короче, у нас. Ну... Какая у нас дата завтра, Коль, ты в курсе, нет? Революция. О, правильно, завтра 7 ноября, красный день календаря. Завтра отмечаем революцию. Ну ладно, ребят, большое вам спасибо, что вы сегодня помогли так нашей тусовке все это сделать, блин. Ребята, подписывайтесь, дальше все будет интересно. Вместо вилки я всегда использую открывалку. Вместо ложки я использую нож. Вместо бритвы я использую коньки.